собственный руководитель, лауреат международных конкурсов «Шлабах» Лариса Георгиевна, концертмейстер, лауреат международных конкурсов Данила Юрьевич Кириллов, лауреат международных, всероссийских, региональных, областных и городских конкурсов, международных и всероссийских фестивалей «Хор Кантилена», основан в 1977 году. Репертуар коллектива широк и разнообразен. Концертная программа с симфоническими и камерными оркестрами, органом, духовная и народная музыка, сочинения современных авторов. Давнее творческое сотрудничество связывает хор с Уральским отделением Союза композиторов России. Хор Кантилена является первым исполнителем многих сочинений екатеринбургских композиторов. Музыка Плешака, слова Погорельского. Неповторимый